Я не видел. Давай еще раз заставку посмотрим, если нам покажут ее. Не покажут нам ее. Хотя нахрен нужно. Это, короче, Runner. Игра Runner. Или как гонки, я хз. Ну, скорее Runner, наверное. Ну давай. Лейтер, если возникнут вопросы, звони 911. Хорошо, Бас, просмотри основные положения. Можешь начинать. Звони 911, блядь. Каждая единица тебе обойдется в кредит. Чего? Твоя миссия заключается в том, что ты должен арестовать плохих парней. Окей. Арест ты можешь произвести на выходе. Бас, не забудь спасти больше LGM. LGM? Что? Итак, Бас, арестовать плохих парней на каждом уровне. Это просто, правильно? Да, наверное. Ошибка! Ты не можешь арестовать плохих парней, пока не доведешь их до выхода. Доведи их до выхода, а затем арестуй. Если плохие парни дойдут до выхода раньше тебя, у тебя останется всего 15 секунд, чтобы поймать их. Иначе ты проиграл, Рейнджер. Если ты дойдешь до выхода раньше преступников, получишь приз за свои старания. Окей. Че ты кричишь на меня? Окей, Бас, можем начинать. Хорошо. Каждая голова будет стоить тебе дополнительный кредит. Я инструктировал других Чего? Рейнджеров оставить тебе необходимое количество кредитов. Ты должен найти их. Какие, блядь, кредиты еще? Это один кредит, серебряная 5, а золотая 10. А нахуй? Каждая мне? Находка дополняет данное количество кредитов. Нет кредитов, нет новых игр. Да, нет ипотеки, да, нет автомобиля нового. Сколько кредитов они стоят? Сука. Также каждое оружие имеет свой цветовой код. Чем больше кредитов потратишь на данное оружие, тем мощнее оно будет. Следи за кредитами. Это игра про банковского работника, что ли? Итак, арестовать плохих парней на каждом уровне. Да я понял, все по второму кругу уже пошло, что ли. Поехали. Кредиты, блядь, собирать. Лейтер разберемся с этим. Of at 1. Что? Стоп! Имя звездной команды. Это невозможно. Окей. А, это не раннер. Мне нужно самому бежать. Окей, спасибо. Ёпта мать. Ты чё, блядь, будешь лететь-то, не? Да чё? Не хватает, 10 нужно кредит. Вся суть просто до конца отбежать первым. Во. Вот это по-нормальному. Вот, вот это хорошо, да. Бля, куда? Тихо. Да ну брось.
это баг. Ау! Я готова помочь, баг! Всего мира! Ау! Чудовище! Ну, выглядит как раннер, но на самом деле нужно бежать самому. Что мы делаем-то? Я хз. Просто на. Все. Игра, скорее всего, будет весьма репетативной. Отличная работа, рейнджеры! Вы всегда можете положиться на нас. Анимация такая, как будто это этот, как у охотники за привидениями, что ли. Что-то похоже больно. Жмина. Жмина. Кстати, да, нах. На X. Да. Жминах. Нормально. Нормально у вас тут это. Приколюхи. И есть курить. А жить за карту памяти, которая это вот, вот это вот, да. Откуда все эти сейвы? Миссия 2 пекла. Бас, помни о гравитине. В трудных ситуациях необходима твоя помощь. Окей, Бас, давай вернемся к основам. Итак, начнем. Зачем? Каждая голова будет стоить тебе дополнительный кредит. Итак, Бас, ты должен арестовать плохих парней на каждом уровне. Я знаю. Черт с тобой. Поехали. Я Гравитина. Гравитина. Правительница Бас. И все ее привлекательность. И готовы разбить себя. Я что-то даже не знаю, мне сейчас делать это или делать. Что у тебя, блядь, с башкой? Что? Бас, разве мы не этого хотели? В моей жизни существует только одна женщина. Это звездная команда. В моей жизни существует только одна женщина. Звездное командование. А он хорош. А он хорош. Бля, нужны кредиты. Срочно. Бля, они все как-то лежат по углам. Ну ёб твою мать. А. Окей. Да ты чё? Молодец, спасибо. Да, блядь, чё управление-то отзеркалило? Уйди нахуй. Блядь, да не застревай ты, ёб твою. Это вообще реально? Чё-то она пиздец улетела. Блять, и почему мы сюда бежим? А куда она-то ушла? А, вон она. А куда все мои кредиты-то ушли, блять? Я что-то взял хуйню какую-нибудь, как обычно, блять. Так, 10, 20. Бля, мне бы скейт. Где она?
А ебать она быстрая. Чего? А, то есть разницы нет? Ну, бонус, наверное, не будет только, да? А! Это серпантин. Окей. Ну, хилок тут нормально дают, пока что, по крайней мере. Ой, да. Не, ну теперь ты точно. Будешь знать цену завоевания мира, Гравитина. Ты очень, очень злая женщина. Пришло время расплаты. Неужели? Конечно, наступит время, и тебе придется сидеть в заперти. Моли небеса о пощаде. А сейчас... Постарайся. Сейчас, просто. Какого черта он был сейчас в тапочках с лисичками, в трусах и в свитере? Чего, блядь? Жминах? Жмунах? Почему? Что? Нет, серьезно. Че за прикол-то? Точно игра для детей? Да ой, да. Заменить. Да-да-да. Гнался за ней, гнался, внезапно хуяк переоделся. Я как-то не так прочитал сначала, думаю, что, блядь, Кеннис Люнис. Окей. Начинается, блядь. Начинается, ёб твою мать. Коллектаблсы нужно собирать. Какие-то. Лейтер, если возникнут вопросы, звони 911. Да, хорошо, сейчас позвоню, блядь, я спрошу. А чё Баз Лайтера, как в него играть-то, блядь, не пойму. Лейтер... То есть, блядь, подожди, переигрывать уровни, чтобы... Ёб твою мать. Выйдет у нас Баз Лайтер. Хуя ты наивный. Стоп! Имя звездной команды. Ты будешь его в интернете смотреть. С пиратским переводом, скорее всего. Так, я рискну предположить, что нужно собирать еще этих мелких пиздюков. Найти бы их еще, блядь. Да, блядь, не застревай. Три осталось. Два. Подвинься, хуй.
Показал, что я все собрал. Блять, а ты хитрый. Да что ты не взял-то его? Сдавайся сейчас, или заплатишь кровью. Кровью? Ты не сможешь остановить меня. Ошибки. Нужно смывать кровью. А где пушка какая-нибудь? Как оружие менять. Да. Надеюсь, за это что-то дадут. Медаль, например. Отличная работа. Боже, Винер. Блять, выбрал, блять, игру с коллектаблсом. С обязательным. Засчитали. Я не знаю, засчитали ли вообще. Или что, как это работает. Игра пока что супер странная. Откуда у меня все эти сейвы, блять? У меня их на карте нету. Ёб твою мать. Откуда это все? Я проверял, я очистил карту, там ничего не было на ней. 2,5 медали? Ты чё, блядь, гонишь? То есть, это хуйня обязательно. Мало победить босса, еще нужно, блядь, обязательно собрать всех мелких пиздюков. Ну ты пиздец, игра. Я Гравитина. Привет, Гравитина. Гравитина, а, Гравитина, хочешь шутку? Шутка такая, что у тебя голова больше, чем твои сиськи. Мы этого не хотели. В моей жизни существует только одна женщина. Это звездная команда. Кто мне отказывал? Надо мелких собрать. И еще успеть... каким-то чудо-образом догнать ее. Это все обязательно. Ну ты где, пиздючки-то? Я там не вижу. Она сюда поехала зачем-то. А, она туда должна была пойти, да? Блин. Тра-па-па. Пара-па-па. Один остался. Не туды. Зачем я сюда пошел? Ну, как-то она сильно оторвалась.
Бля, где малые-то все, блядь? Нам нужен еще один. И добежать как-то до финиша. Вон, вижу, вижу тебя, иду спасать. Так, она уже добежала. Бля, ну ты чего? Итак, дело дошло до сражения? Окей, я успел. Фразу на заметку взять, какую? А где тут хоть что-то? Тут вообще есть предметы-то какие? Или типа я должен был это... догадаться, что не нужно вообще ничего брать. Блядь, что ты делаешь? Ладно, это ее дамажит вроде. Кстати, надо это собирать, нет? Та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра. Да. Ну, за сбор мелких должны дать полмедальки. Да. Да, теперь ты будешь наказан. Значок. Мне что, 25 не хватило или что? Тут еще больше можно что ли собрать? Не, ну я как себе пометил, короче, про эту игру, что возможно репетативная будет. Так, блядь, и выходит. Так и выходит. Игру на 100% нужно пройти, охуеть. Это я. Ноус 4A2. Это мне ничего не говорит. Сука, Базз Лайтер хорош. Я великий, там, бла-бла-бла-бла-бла. Да мне похуй. Чувствую, это будет нелегко. Оу, мне сразу скейт дали, нихуя. Десяточку не взял, жаль. Да ну что ты не берешь-то? Писа. Чё это? Не надо.
Надеюсь, туда поехал. Блять, я проебал что-то. Окей, спасибо, игра. Еще и это нужно, блять, ломать. Окей, хорошо. Мало того, что, блять, за ним нужно успеть, еще нужно и это сломать. Заебись, что. Нормальная тема. Окей. То есть у меня три вещи нужно сделать. Мне нужно его догнать. Мне нужно собрать мелких. Мне нужно собрать деньги. Четыре даже. И еще бомбы взорвать. Заебись. Прям нравится, блядь. Поехали. Чем это отличается от того, что она взорвалась просто? Непонятно. Ну, бля, не застревай. Что это? Блять. Быстро ему дело. Да ну завязывай, блять. Могли бы хитбокс побольше сделать. Еще за. Не надо. Бляха, все деньги пропускаю. Уходи, бля. Блять, сколько вас тут? Сань. Да ну я же взял ее. Прям на нее прыгнул. Бляха. Надо было брать. А где я одного-то пропустил, блядь? Не было же нигде. Твоя сила не сравнится с моей. Хитбокс? Тогда давай посмотрим. Что такое хитбокс тебе нужно знать?
По-моему, это на него не работает. Наверное, эта штука его питает. Скорее всего. А, окей. Ну да, я не знаю. Хитбокс это... квадрат такой. Приготовьтесь к отправке. К отправке? Отправке. Как только я разобью звездную команду, галактика станет моей. Не сегодня, Зерк. Лейтер, не может Зерк? Может. Что нам делать? Подождите. Из-за тебя, Бас Лейтер. Ты никогда от этого не устанешь. Да. Скоро это один из хороших парней. Куда сейчас, Бас? Это что, Реймон? Бесконечно. Вернее, не Реймон, а этот другой. Поехали. Как его зовут? От создателя Реймона была игра до Реймона. Спасибо, что с точно таким же персонажем. Забыл название. Бля, я одного пропустил. О, за деньги дали медаль. А вот мелкого одного почему-то где-то пропустил. Хз. Короче, вкратце. Что такое хитбокс? Это вот персонаж есть. Вот, персонаж. И вот вокруг него невидимое поле, квадрат. Если в этот квадрат что-то попадает, ты получаешь урон. Хитбокс. Вот. Что такое хитбокс? И он здесь как-то больше, чем должен быть. То есть я вроде иду, а стенка меня не пускает. Хотя я далеко от нее стою. Коробка попадания, короче. Зови так. Коробка попадания. Это Алекс Красс. Четыре с половиной медали, блядь. Дай угадаю, пять нужно? Шесть! Ты издеваешься, игра? Или чё? Нет, тут реально нужно всю игру, что ли, блядь, на 100% проходить? Да это пиздец. Идем на первую миссию опять. Теперь нужно деньги собрать. Сдец просто какой-то. Окей, есть предположение. Я пару часов сейчас поиграю. И, наверное, другую игру перекручимся. Стоп! Завтра продолжим эту. Это невозможно. Не потому что мне игра не нравится там. Ну, просто, блядь... Это может быть надолго. Так, мелких мне собирать не надо вроде, да? Мне нужно только баблишко. Баблицо, бабло, баблишко. Ну, благо здесь порог вхождения не такой высокий.
То есть меня вроде как дамажут, а что-то толку от этого вообще никакого. Я не знаю, сколько нужно. Это что такое? Это что за красные штуки? Что-то такого не было вроде. Это телепорт, что ли, был? За пятерку. Интересно. Нет, возьми одну хотя бы. Ох. Ну, я надеюсь, этого хватит. Так, время. Ну, успеваем. Угу. Сдавайся сейчас, или заплатишь кровью. Ты не сможешь остановить меня, Рейнджер. Дамаг хоть проходит? Вот проходит. Давай уже щит ему сбей, блядь. Первый. Подожди, 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 дай заберу. Ты где? Окей. Это модул. Поздоровался, наверное. Питер Гриффин. Чё-то узнает. Чё-то узнает. Ну теперь дадут мне да? Дали. Конец. Жминах. Жмунах. Это юг. Ой, что-то дичь какая-то с собирательством. Ой, что такое? Блядь, зачем это нужно? Это задротство непонятное. Для детей-то особенно. Игра же для детей. Сел такой, короче, играть. Ой, я прошел уровень, ура, блядь. А тебя дальше не пускают, потому что пошел ты нахуй. Что значит 2 из 5? На этой планете можно получить, блядь, 5 медалей, что ли, или что? А как получить больше? Все. Реально написано из 5. Как получить больше-то, я не понимаю. Помни о гравитине. На время, что ли, как-то пробежать? Я хрен его знает. Гравитину я обгонял. Понятно, блин. Как получить больше медалей? Я потом гляну. Босс, разве мы не этого хотели? В моей жизни существует только одна женщина. Это звездная команда. Кто мне отказывал? Ты сам себе не противоречишь сейчас? 4х, а ты говоришь 10х написал. Че?
Что-то я не въезжаю. Это может быть проблема-то, блин, не привода даже. Это может быть проблема болванки самой, что она не пишет. Меньше. Минимально 10x. То есть 10x не работает, 16x работает? А что, так можно было? Мне кажется, или можно было там срезать? Ебать, она убежала от меня как далеко. А я ее вообще догоню? Так, окей, 35, 45, 55. 75, окей, нормально. Блядь, таймер. Не успеваю. Не успеваю. Да ну конечно, блядь, нашел время. Сика. А сколько нужно-то? Хотя бы жизни нет, слушай. Это неплохо. Может на... Может там, бля... Слушай, может там у тебя, короче, привод говно в Соньке? Ну, типа, не то чтобы говно, может он современный просто какой, он читает поэтому другие скорости. Они же как там настраиваются, что-то там подкручивается линза, как-то скорость регулируется. Может он стоит на 16 и все, поэтому все так работает. Ну, это чисто теория, я хожу. Ты же Салик покупал, хуй его знает, что они там. Может они, ну, я не знаю, с DVD-шника просто сняли и все. Они же там, в принципе, одинаковые. Механизм только немножко другой при соединении на разных. Потому что какой-то похожий просто был и все. Хрен его знает. Теория просто, не знаю. Не, Алекс, на Соньке есть скорость чтения диска на PS1 именно. Вот в чем по проблеме. Так что это как-то так должно работать. Если ты написал на 16, а там 4, то что-то будет не так. Привет, Серж. Создал теорию, утиную историю. Да. Так и есть.
Хоть бы написали бы, сколько нужно. Не, ну конечные данные одинаковые, но скорость чтения, я же тебе говорю. Там же она регулируется тоже на консоли. А нахуя она тогда регулируется, если это, блядь, не имеет никакого значения? Значит, зачем-то надо. В моей жизни существует только одна женщина. Это звездная команда. Кто мне сказывал? Что будет, если мы очень сильно оторвемся? На нахуй, вот это шорткат. Вот это я понимаю шорткат. Блять, подвинь свою жопу, блин. С дороги. С дороги Star Commander идет, блять. Я куда-то не туда побежал или что? Или ты мне показываешь, где она? Догоняет, 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 догоняет. Сто шесть. Чуть она уже тут-то, блять. А, это не она. Отлично, Мира. Всегда можешь рассчитывать на меня. Она и пол хп, блять, снесла, нихуя себе. А зачем так сделала? Я сейчас это без. Я сейчас без ништяков останусь. С нее уж там это падает. Okay. Я что, её в лаву бросил? Упс. Упс. Да. Фаталити. 150 нужно было набрать. Или не нужен был? Реально не понимаю, как эта игра работает. Почему они мне показывают, что 5 нужно собрать на одном уровне, но 5 нету? Хоть показывали бы, что нужно сделать, чтобы... Глупость какая-то.
2-2. Мне нужно здесь еще сделать либо 2, либо... Ну, одну как минимум. Вторую я бы тоже начал делать, потому что это что-то беда какая-то.